27 и 28 августа в Нарьян-Маре пройдет традиционная августовская педагогическая конференция «Актуальные направления развития образования на современном этапе. Задачи на 2014-2015 учебный год». В рамках конференции пройдет пленарное заседание и заседание Межведомственного координационного совета по вопросам образования, где будут подведены итоги прошедшего и обозначены актуальные задачи предстоящего учебного года. Второй день конференции откроют 4 деловые площадки, которые будут рассматривать общие и частные вопросы образовательных учреждений. Рассмотрят участники вопрос аттестации педагогов и руководителей образовательных учреждений округа в связи с введением нового порядка аттестации. Особое внимание обратят на вакансии педагогов, воспитателей и других работников образования. Требуются учителя начальных классов, учителя английского языка, очень много психологов, требуются психологи, педагоги-психологи, логопеды требуются в образовательные учреждения, где есть коррекционные классы, коррекционные группы. Вот. Учителя физики, математики требуются, просто учителя математики. С полным списком вакансий можно ознакомиться на сайте Центра занятости населения Ненецкого округа, который вы сейчас видите на своих экранах.